Лето позитива, таланта и красоты. Конкурс «Королева лета» зажег на пляже. Молодые девушки продемонстрировали себя во всей красе. В нем приняли участие 7 прекрасных девушек, которые продемонстрировали на сцене свои таланты. Конкурс состоял из нескольких этапов. Дефиле «Современная Беларусь», творческий конкурс «Летние ассорти», дефиле «Розовый вечер». Участницы продемонстрировали образы, отражающие современные тренды и особенности белорусской культуры. Показали уникальные творческие номера. Восхищали зрителей изящными и женственными нарядами. Приз зрительских симпатий достался Елизавете Мельниковой. Победительницей стала Анастасия Кван. Каждая участница получила подарки от Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», а также от партнеров мероприятия. Я шла на этот конкурс просто проявить немножечко себя и развлечься, так сказать. Я не ожидала, правда не ожидала. Это очень круто. Я просто была расслаблена, на самом деле не волновалась, просто делала все по ощущениям. Порадовать людей и себя тоже. Огромное спасибо организаторам, огромное спасибо спонсорам. Очень приятно. Столько подарков. Я обожаю подарки. Это очень круто. Обязательно участвуйте в подобных конкурсах. Ничего не бойтесь. Это здорово. Это про проявление себя. Это про раскрытие каких-то зажимов. То есть можно быть собой, это здорово. Завершился праздник молодежным музыкальным фестивалем «Дискотека 80-х-90-х» и дискотекой «Молодежный движ». Насыщенная программа, музыкальные номера, интересные выставки и развлечения. Потрясающая атмосфера. Солигорчане остались очень довольны праздником. Участвовала сразу с Белкалем вместе, фигуры с песка лепили. Вот полчаса домой собрались, приехали, дальше фестиваль, поем, участвуем. 100% сближает, знакомит между собой молодежь. Даже вот момент, когда мы там команду собирали, никто друг друга не знал, но вот в моменте как-то знакомитесь, шутки общие появляются. Ну, в общем, интересно, здорово, однозначно стоит, однозначно надо. Прекрасно, отдых хороший, на свежем воздухе, после речки, хорошо, весело. Все было интересно, увлекательно, особенно деревянные игры. Если нет... Было необычно. В нашем городе еще такого не было. Все замечательно, очень понравилось. Красиво все. Все супер. Почаще бы такие мероприятия в нашем городе.